Твикс. Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас всех на моем канале. У нас сегодня очень вкусный киш, я подумала, что этого не было у нас на канале, поэтому решила забабахать мукбанг. Еще, кстати, собираюсь снимать грибной суп, такой, знаете, суп-пюре, я его просто обожаю. Вот его тоже либо сегодня, либо завтра, чтобы было какое-то разнообразие. Так, давайте приступим, покажу вам вблизи эту красоту. Не знаю, смогу ли я все это съесть, потому что все-таки это пирог, здесь песочное вкусное тесто. Сверху это помидорки черри. Мама специально взяла оранжевые, потому что они как-то интереснее смотрятся. Но, если честно, мне кажется, было бы круче, если бы они были бы красные. Был бы такой контраст. Очень вкусная дичь. Вчера вечером очень сильно ругались мои соседи. Как вы думаете, что я делала в этот момент? Подслушивала. В общем, у нас только с одним соседом, получается, что кирпичная стена, и там прям все слышно. Они недавно купили квартиру, они не в курсе, что они нас слышат. Мы так особенно не шумим, поэтому они не в курсе, что такая... Шумоизоляция слабая именно с этой стороны. Я прям весь вечер сидела, послушала. Заняться мне больше нечем. Муж предъявлял жене. Типа, твои родственники постоянно приходят, ты ничего не делаешь туда-сюда, как я поняла. Я хотела вмешаться, постучаться, зайти и сказать, слушай, она никого не приводила. А я-то здесь, я все слышу, не парься. Если что, я прослежу. Кстати, совсем забыла сказать. Рецепт такой прелести будет. Я вам оставлю ссылочку внизу в инфобоксе. Переходите, обязательно смотрите. Я уверена, что вам понравится. Готовится несложно. Но можно подать на стол как ужин или полноценный обед. Каждый съест по кусочку, и все останутся довольны. У нас эта квартира, которая находится сбоку, она прям какая-то неудачная. Кто ее не покупает, обязательно, не знаю, через годик продает. Уже 4 раза ее продавали, представляете? И всегда за хорошую стоимость. Все что-то ругаются. Вот если честно, я верю в то, что есть какие-то места с плохой аурой. Вы помните ресторан Burger Station, в котором мы снимали видео? Там была замечательная просто хозяйка и офигенное заведение, но у них не шло. Хотя были вложены огромные деньги, все было офигенно. До этого там была бильярдная. Который тоже вообще народа не было. То есть бизнес не шел там же. Мне кажется, все-таки у этого места была какая-то энергетика. Хоть я не верю в этих всех экстрасенсов,
Но мне кажется, есть какие-то неудачные места, где бизнес не идет. И так вот, Burger Station закрылся, открылся другой ресторан, и как только он открылся, сразу ограничения насчет коронавируса, в общем, все заведения закрылись. То есть, получается, они открылись, где-то недельку поработали. И эти ограничения. Хотя место проходимое. Там рядом есть пивнушка. Там дофига людей. В общем, в эту энергетику я в последнее время начала верить. После как раз-таки вот этого вот случая. И то же самое вот с квартирой по соседству. Обычно что-то происходит, что-то люди разводятся, расстаются, продают квартиру. Там двушка, всего 60 квадрат. Совсем маленькая. У меня, ребят, появилась новая идея. Я хочу внести некое разнообразие в свой канал. Долго думала, что можно сделать интересного. Чтобы мы с вами постоянно не просто сидели и кушали, да? А было какое-то разнообразие. Я хочу приглашать разных гостей. Точнее, гостей разной профессии. И они будут рассказывать, как они пришли к этому, какие сложности в этой профессии. У нас уже есть учительница. Есть мастер маникюра. Сложно найти людей, которые именно хорошо говорят на камеру. Тем более в Азербайджане, в стране, где основной язык это все-таки азербайджанский. Нужно найти человека, который говорит по-русски. И нужно найти человека, который не стесняется перед камерой. Это достаточно проблематично. Представители 4 профессий мы уже нашли. Осталось заснять все это дело в четверг. Начнем снимать, открываем эту рубрику вместе с Жали. Так как она тренер, все-таки интересная работа. Тем более вы смотрите ее видео с ней. Ставьте лайки, вам она нравится, чему я очень рада. Я в Инстаграме уже говорила про это. Все поддержали мою эту идею. Что Айка супер идея. Давай. То есть каждый раз посидели, покушали. Нужно какое-то разнообразие. Я хочу в неделю один раз. То есть эта рубрика будет в конкретное время. В конкретный день недели. Можно даже чаще, чем один раз в неделю. Ну, посмотрим, как получится. Сегодня ко мне еще в гости должна прийти Шелли. Она уже давно хочет увидеть Твикса. Представляете, после того, как я взяла Твикса, Шелли еще ни разу не была у нас в гостях. Это все из-за ограничений вот этих вот. Она живет далековато от меня. Пока приедет, уедет. Еще что-то слышал, что продлили карантин, хотя уменьшается число зараженных прям с каждым днем. В общем, надеюсь, что вам понравится, будет интересно. И надо выбрать таких людей, которые живут близко ко мне.
чтобы можно было в неделю один раз хотя бы снимать эту рубрику. Здесь грибы, грудка, сливки, что-то вроде жульена на тесте. Сочетание обалденное. И вот смотрите. Как раз таки, кстати, на Новый год я сидела и думала, что хочу какую-то новую рубрику, какие-то изменения в канале. По просмотрам меня, если честно, все устраивает, все нормально, слава богу. Учитывая, что я 3 видео в день снимаю, и каждое видео набирает, не знаю, по 40 тысяч просмотров, по 50 тысяч. Это безумно приятно, но я хочу развиваться, я хочу, ну, что-то изменить, так скажем. Например, у меня рубрика «С ногтями месяц один раз». Я переделываю себе ногти и снимаю это все, хотя последний раз не снимала. Ну, так во влоге мельком вам показала. А с желе особо-то ничего не снимешь. Но человек, который питается правильно, поэтому у нас с ней опять будут роллы. Только роллы у нас постоянно. Кстати, совсем забыла. Кстати, рецепт на такой тортик тоже будет в инфобоксе. Обязательно переходите, готовьте. Как же нежно. Единственное, я не люблю доедать вот эти края. Есть у меня еще пару идей, которые хочу воплотить в жизнь. Как-то наткнулась на один влоговый канал. Девочку как-то звали Кисель. Какое-то имя и Кисель, короче. И у девочки 4 канала, нет, 5 каналов. На одном она снимает влоги, на втором какие-то распаковки, на третьем там что-то готовит, четвертое про макияж. Я, честно, не вижу смысла заводить столько каналов. С одной стороны, возможно, это неправильно. Потому что, возможно, на меня хочет подписаться человек, который не любит мукбанки. Но у него постоянно в рекомендации выходят мукбанки, он их пролистывает. Следовательно, YouTube считает, что этому подписчику мой канал не интересен. У меня чисто аудитория, которая любит пожрать. В общем, ребята, я наелась, было очень вкусно. Обязательно переходите в инфобокс и готовьте себе тоже. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение по поводу того, что я хочу приглашать представителей разных профессий и снимать вместе с ними мукбанки. И кого бы вы хотели видеть? Возможно, парикмахера, дизайнера, художника, врача и так далее. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Всем пока.